Всем привет, канал Туда-сюда. Продолжаем Hollow Knight исследовать. Ну и вот, оказалось, я вчера на скамейке, первый же большой жук меня, короче, снес так снес. Но вы все равно лайк ставьте, не забывайте. И если вы смотрите не на YouTube, а на других платформах, то тоже не забывайте, потому что это очень важно для меня. Ну а еще вы можете сделать что-то такое, что меня очень-очень тоже порадует. Так. Я хотела кое-что проверить. И, наверное, сейчас я этим займусь. Акала. Эмтуно. Нет-нет, про скамейку я все знаю. А дальше него я не могу уйти, что ли? Подожди. Акала. Эмтуно. То есть назад я пойти вообще не могу? Почему? Хочу пойти назад. Хочу проверить, могу ли я подняться, либо в ту область я уже смогу попасть только через какую-то другую область. Потому что мне кажется, что здесь... Там остался лут, который я, в принципе, не могла забрать тогда. Ну, ясно, понятно. В общем, сейчас я туда никак не вернусь. Хорошо. Что ж, идем... Опять к большому жуку пробовать с ним разобраться, да? Скамеечка. Так, это у нас магазинчик. Без денег туда смысла нет ходить. Ну и вперед. Кстати говоря, почему-то идея с тем, что здесь надо покупать карту, чтобы проходить это все дело, мне даже нравится. Не знаю почему. И то, что нужно покупать всякие пищи, принадлежности. Я не помню, в какой игре это было, но мне вот именно там не хватало вот покупки, вот этой вот механики с покупкой карты. Не знаю почему, но мне почему-то это очень нравится. Что, ну посмотрим, что я смогу все-таки с этим жуком придумать. Ой, он же не здесь, да, он вон там. Право до упора. Я, кстати, перерисовала себе карту. Во. Вот. Большой жук. Большой жук. Ну, мне кажется, я уже и так все запомнила. А что будет, если ее не бить? Ну, пробуем еще разочек. Ай! Выходить-то не надо было, вроде как. А вы тут вчера я баночку-то это самое, что-то с ней сделала. Ай, а как? Как быть-то? Подожди, 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 подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай сходим, освежимся. Тут же появились обратно жуки, нет?
узнаем. Ну что поговаривают, я прям в самом начале где-то там что-то пропустила, но я даже повтор смотрела и, ну, как бы, фиг его знает. Мне показалось, что я ничего не пропустила. Но я не знакома же еще тут со всеми типами, как это называется, анимации, не анимации. В общем, что-то я за декор считаю. Вот просто и все. Ну и что мы будем делать с этим большим жуком? Еще полоски жизни не видно. Сколько раз я должна его ударить, чтобы он откинулся-то? Тоже непонятно. Кстати, звук, по-моему, неплохой получился, да? Вчера у нас вроде все настроила, все послушала. Слушайте, почти допрыгнула. Нет, все-таки не хватает чуть-чуть. И не хватает, не хватает. Так, а здесь внизу у нас, который песенку поет, да, как его там? Мила, мила, не мила, не помню. Что с тобой делать? Ай. Ай. Ну вот. Ну вот, опять на скамеечку. Ну, такое, такое, конечно. Зато сейчас нафармим. Так нафармим, да? А вот этот, кстати, по-моему, второй раз не вылез. Ёжик вылез, а вот тот жук не вылез. Ну, надо, в принципе, мне, наверное, погромче говорить, потому что я иногда чувствую... Ну, вернее, не чувствую, я бубню себе под нос. Смотрю, народ так подоживился на канале, ждали, да? Именно эту штуку ждали. Давайте на маленьких потренируемся делать прыжки. И атаковать сзади. Там прям какой-то высокий нужен прыжок, большой. Может быть, мне надо начать пока с другого жука. Не с этого. Может, я рано начала. Не знаю. Без понятия. Ну, как упоротый соусер, я могу сказать, что можно, наверное, на любом этапе победить любого монстра. Иди сюда. А, то есть оно меня бьет, если я не это самое. Ясно, понятно. Не надо меня убивать. Ай. Блин. Ну все, опять он меня укокошил. А ведь неплохо получилось, когда я ему прыгнула на голову. Сейчас начнет подгорать у всех. И у меня, наверное, в том числе. С первым же большим жуком у меня начались большие проблемы. Я не знаю, зачем я рублю интерьер, декор, окружение. Ну, что-то надо же делать. Ну,
вот этих я уже запомнила, что они трехударные. Мне интересно, сколько ударов все-таки большой займет. Ну давай, давай. Большой жук. А ты иди сюда. Так, всосали. Отлично. Плохое какое-то слово выбрала. Давайте будем говорить, втянули. Забрали, не знаю. И... Уамс, ну конечно. Ну ясно, понятно. Я не надо отойти было. Кстати говоря, я тут на досуге решила попроходить третью часть Дарка. Ну, тупо так вот, когда делать нечего совсем. А за рыцаря. Ну, что я вам могу сказать? Тот класс, который я выбрала для прохождения на публику, он, конечно... Ну и то, что я из него потом в итоге сделала, из этого класса. У меня убийца был, но получился непонятно кто, короче, в итоге. За рыцаря вообще изи, просто. Ворд улетел просто со второй попытки. Хотя, возможно, играет роль то, что я уже знаю, что надо делать. Но не хватает некоторых фишек. Например, безопасных прыжков с высоты с помощью заклинания, пока колечка нету, кошачьего. В общем, но в целом гораздо легче проходится. Взяла... топорик на первый этап, потом после ворд меч еще попробовал, клеймер взяла, с которым я бегала всю вторую часть, наверное. Ой, вторую, первую. Ну и, собственно, ну прям изи-изи. Оно проходится, поэтому... Посмотрим, как будет дальше. Ну вот. Вот, вот, вот. Ну вот ты как тебя? Ну, супер. Так. Забрать свои эти и пойти попробовать, может быть, с другим жуком разобраться. Где-то там еще какие-то были. Ну, потому что что-то я пока... Я пока прям пас. Ну, или еще разочек попробуем. Интересно, какой-нибудь супербыстрый бег тут потом появится? И вообще, мне очень интересно узнать, какие же там дальше способности появляются. Иди сюда. Эй. Ай, ну вот это вот, конечно... Прям плохо-плохо. Хотя я там просто тупо не успеваю, мне кажется. Короче, не допрыгнула я до туда все равно. Не допрыгнула, недолет. А, кстати, вчера шортс загрузила, и опять они забаговались. Фиг знает почему, но периодически YouTube отказывается показывать мои короткие видео просто вообще. Показывает их в ленте четырем человекам и потом говорит, ну нет просмотров, чё. Ну, блин.
чё мне тут? Откроется только если я его победю. Побежду. Такое. Ну, то он из меня сейчас все вышибет. Он меня отсюда не выпустит просто. Ай, ну понятно. Хотя идея была неплохая туда залезть и там пережидать атаки. Чё, попробуем еще раз, я не знаю. Это я еще до босса не дошла. Это не босс, это так себе. Это как большой жесткий крылатый рыцарь, наверное. Но может и нет. Может и поменьше. Зато ежиков уже насобирала тут. Вагон, маленькую тележку. Так. А, кстати, если вам на Бусти неудобно донатики, можно на донат алерт. Хотела еще ВКП настроить, но пока там кое-какие у меня возникли загвоздки. Ты чё? Эй, жучара. В общем, маленький прыжок и большой прыжок. А большой прыжок не очень большой прыжок. Надо забрать души и валить, я так считаю. Наверное, так и сделаем. Примечательно, что несмотря на то, что померла я вон там, висит оно вот здесь все время. Ну, еще разочек, что ли? Вот так вот. Нифига, я его добила. Ай. Воспользуемся тем, что он сюда не лезет. Обычно я залезаю куда-нибудь повыше. А тут наоборот. Так, я понял. Я, правда, не посчитал количество ударов. Но два раза у меня, наверное, заполнилась вот эта штука. И чё? А чё вот это был? Вот червячок какой-то. Я что-то с ним вчера сделала, но я не успела это самое. И всё? И всё? Тут тупик, да? Большой жук был с тупиком. Вот у него как будто тут стойка для оружия. А чё, мне не дадут ничего отсюда? От Фубова. Ладно. Отметим на своей нарисованной карте, что большого жука мы победили. Так, теперь давайте вниз. Вот туда. Или сходить купить отметку на карте. Или пока сэкономить. Еще я шторы не поменяла. Мне очень не нравится, как желтит картинка сзади. Ну что поделать.
Так, это мы где? Это мы там. А что у нас там? А там у нас, наверное, песенки, да. Нет, туда пока не пойдем. Сейчас я нарисую себе. Вот. Вчера, до того, как я карту нарисовала, смысла, мне кажется, никакого не было тут. Что-то отмечать, потому что, ну, такое вообще себе. А я просто вот эту пустую перерисовала. И на ней рисую, пока нет у меня отметок. Так, вот тут кто-то что-то, да? Не, не тут. Тут тоже какой-то проход-выход. Так, это у нас куда? Не знаю, какие-то высокие человечки сейчас надо написать. А, они тоже прыгают. Вот они меня изображают, как механику использовать. Я уже забыла, что тут будет. Тоже я вчера увидела это и... стартанула. Отсюда, подальше. Собственно, здесь, я так понимаю, просто прямой проход, он просто не нарисован. Высокие жуки. Вот так напишем. Да? Да, типа такого. А, и тут жучок в баночке, большой прыжок. Сейчас мы его нарисуем тоже. Так, это где мы? Это мы вот тут. Жук в банке. Как его назвать? Я не знаю. Вон там он в баночке сидит. Высокий прыжок. У меня не помещается столько надписей на моей ай-карте. Импровизированный. Что-то где-то упало. Во. Ясно, понятно. Все. Тут просто проход у меня не нарисованный был. А чё, я вышла, и они все обратно... Как это слово? Приспаунились. Вообще, терпеть... Знаете, что не могу терпеть? Терпеть не могу склонять заимствованные слова иностранные. Которые вот как бы... Вот они не должны тут склоняться в принципе. А их приходится склонять и такое себе. Ладно. Жучка записала. Так, теперь пошли еще пониже. Где-то тут что-то было. Тут сейчас опять эти высокие будут ходить? Нет? Не, высокие не возродились. Так, ты мы где? Ага, теперь давай пониже попробуем пойти. Пониже это куда-то сюда. Паумс. А сюда мы не могём, да, почему-то. Так, это где у нас? Это у нас вот здесь. Закрыто. А как мы сюда должны попасть?
Слушай, там внизу тоже было закрыто. Тут через низ где-то, да? Ну, давай попробуем через низ. Итак, если через низ, это... Ну, пойдемте тогда за картой, раз уж мы все равно через верх пойдем. И чё? Блоха, блин. Так вот. Да? Да. Купим что-нибудь, пока деньги есть. Яйцо. Бла-бла. Бежим-бежим. Ну, так говорят, типа, фармить. Да тут как... Тут просто, в принципе, фарм сам по себе, потому что постоянно здесь всякие возобновляются существа. Войдем. Давай. Комариха какая-то, да? Папа надо. Так, перо. Давайте возьмем. А мне вот интересно, для каждой карты вот эти штуки нужны будут? Скамейка не надо. Кокон. Красивые голубые коконы. А это чё? Торговцы. А это чё? Горячий ключ. Горячие ключи. Не знаю, что это такое. Скоробеи. Давайте вот этих возьмем. Так, у меня еще осталось. Можно еще что-нибудь взять. Ну, давайте коконы возьмем, я фиг его знает. Или вот этих. Ключи, мне кажется, еще пока. А, мне не хватает. Все, ладно. Понятно. Что-то я обсчиталась. Так, ну и что у нас теперь? Вот так вот, да, все теперь. Ну туда в перевал короля я так пока-то никак это самое, да, не могу. Или могу, не знаю. В общем, ладно, пошли в колодец обратно. Так, а как мы можем это все чертить? Мне вот интересно, куда там надо нажимать? Нет. Во. Карта. О. Так, а я могу всего 6 штучек поставить. А как сменить метку? Метки. Так, так красная. Тут у нас был жук. Мы его пока... Вот здесь вот какая-то вот фигня, да, сидит у меня. Мне кажется, где-то. Ну-ка, ну да, я просто хочу попробовать. Вот так вот, да? 4. Да, их можно убирать. А как сменить метку? Так, это двигать карту. Я же какие-то еще брала. Почему они не это самое? Так. Моя твоя. Не понимай, короче. Ладно. А что там в вещах у нас? Ничего такого. А, во время отдыха на скамейке. А ну-ка.
Пошли на скамейку сходим. Если, кстати, вам кажется, что я выгляжу, как будто я с похмелья, вам не кажется. Ну, в смысле, я не с похмелья, просто мне на днях... ну-ка. Мне на днях попала земля в глаз. И вчера я прекрасным образом обнаружила, что у меня... Вон переход, который... Да, ясно, понятно. Ладно, пошли дальше. Вчера, короче, я обнаружила, что веко болит у глаза нижнее. И там, в общем, абсцесс, который я пока не могу дренировать, потому что он еще слишком низко. Так что если через пару дней я выйду к вам с повязкой на глазу, то это можете считать меня пиратом. Так, чё нам? Ну, пойдемте сходим к картографу. Я вот не знаю, он там, кстати, все еще есть. Ладно, хоть не убилась. Надоели ежики, если честно. Хочу посмотреть, что там. Ну и наверное, где-то же еще должна быть еще скамейка, нет? А, и вот туда я, наверное, что ходила, не ходила. Ты еще что-то скажешь мне? Нет, ничего нового. Ладно, сиди, пиши, короче. Ну что, пойдемте еще вот туда сходим. Мне кажется, это вот как раз тот путь, который мне нужен был. Ой, ой. Что за узкие проходы? Кто тут расставлял стеллажи, непонятно. Да как тебя? Вот, ух ты. Да мне кажется, там еще за заборчиком это самое. Ага. Такс, иги. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй, вот я тут раскидала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня закрыли. Я не успела собрать. Ну вот. Какая досада. А тут гьяль. Ладно. Это не такой большой был. О! А чё вас тут как много? А вы мне дверку не растворите случайно? О, открылись. Ладно, пойдем сходим обратно. Там еще внизу что-то есть. И тут я не дособрала. Во.
Ясно, понятно. Так, сюда пока нет. Хочу еще сходить и вниз. Тут что? Сейчас узнаем. Большой прыжок понадобится. Угу. Ну, раз уж я не могу большой прыжок, то хотя бы вот это соберу. Угу. Вот, вот где-то здесь. Надо какие-то свои обозначения ввести, чтобы это все. Рисовать. Я хоть выберусь отсюда. Спасибо. Да, ну и туда, в общем, пока никак. Ладно. Так. А, нет, вы опять здесь. Так, и там сверху вроде как все или не все. Ну-ка, глянем-поглянем, что тут. Скамеечка! А, вот как лавочки тут обозначаются, да? Во, и он мне записал все, что надо, да? На карту нарисовал. Молодец, хорошо. Ладно, а мы будем возобновляться на скамеечке, которая, значит, это... Вот там указатель был. Он на что указывал, мне интересно? На скамеечку или на монстра? Ты мне не нравишься. Отвратительный мерзкий кислотный комар. Далее следуем. Слышу какие-то неприятные звуки. Ясно, понятно. Хорошо. Так, а вот я вчера через них пыталась перепрыгнуть, а их, наверное, можно тоже покоцать, нет? Или я пыталась? Нет? Нет, наверное, нельзя. Ладно. Или, может быть, какое-то нужно... оружие. Так. Ой. Пожалуйста, быстрее. Как собрать чуть, который туда упали? Никак, да? Так, мне бы вон туда. Пожалуйста. Ай. Так, ну и где мы, чё мы? Да, давайте сначала там посмотрим еще, что есть.
А чё? Это скоробеи, вот скажите мне. Так, правильно я понимаю. Так, а как сюда, точнее. О, да, вот. Все нормально. Ладно, а пошли еще раз поверху пройдемся. Не, тогда надо сначала по низу еще раз пройтись. А, или без разницы было. Кстати, я поняла, когда, в какой момент я могу пользоваться этой штукой. Как только у меня... и становится беленькая она. Так, все ясно, там ничего... А, вот там вон, вижу. Пойдем обратно. Да, блин. Прям дюна какая-то. Ёкломане. А как? Я ж так не успею. Ой-ой-ой, да, вы шутите. Такая глупая смерть. А ладно, хоть я недалеко. О, он помечает, где остались мои души. Это чудесно. Опять эта плесень летучая. Ой, а там что? Тут мне нужен высокий прыжок, да? Потому что там вот какой-то источник силы. Как это отметить, что нужен высокий прыжок? Ну-ка, могу я это сделать? Как сменить метку? Не знаю, подпишу. Высокий прыжок. Тут, что ли, где-то? Тянули. Тянули и... Ну что, вот тут будет выход, я так понимаю, да? Ага, вон указатель. На вот это вот все.
Мы пойдем посмотрим, что внизу. Сначала. Ой. Ой, 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 ой. Тут будет два прохода. И карты у меня здесь пока нет. Так, давайте, наверное, разберемся сначала с этой локацией. О, грустные люди. О, там вон вижу штуку. Нафиг пошел. Во! Что это? Я понял. Это, знаете, что напоминает, как в Ведьмаке места силы. Да, 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 да. Третью часть я проходила. Жаль, что тогда мне не пришла идея под запись это делать. И, ну, скорее всего, конечно, бы у меня не получилось все равно, потому что мое ведро... вообще против таких вещей. Прям максимально против. Я думаю, что Ведьмак бы я не записала. Не вовремя-то я открыла это место силы-то. Надо было сначала. Ну чё ты промахиваешься? Зачем? Да, это я откуда пришла. Ну, окей. А тут я еще видела... Блин, опять они. И большой еще. Вот. Интересно то, что здесь надо... Скажи, я скажу. Добирать это все. Ну, типа, что они... Да ёкало мне, сейчас меня угробят. Ну-ка, дай-ка я выйду отсюда. На секунду. Слушай, мне кажется, я совсем... Чё там? Ясно. Метку не буду тратить, я потом сюда же как-то попаду. На бумажке я себе нарисовала, что здесь. Ну, спасибо, очень хорошо. Так. Ага, то есть карты, которой не было, даже если я ее посетил, это место, он мне все равно рисует. Ну, это прям здорово. А что вот эта водичка? Она ничего не дает. Просто. А то думала, может, подзаряжаться от нее как-то можно. Чудно. Ладно, хоть не сверху. Уже нормально.
А места силы, они обновляются? Мне это интересно или нет? Ну, давай-ка пойдем поверху. Что-то мне эти червяки не очень-то нравятся. Коли их можно обойти, то и нафиг их. Где-то там, да? Угу. Так, хорошо. Забрали. О, вот побелела она, и значит, уже можно наполняться. Я разобралась. О, супер. Супер, супер. Еще это напоминает чашку с супом. Да, как это называлось-то? Суп из эстуса. Короче, очень нормальная мысль куда-нибудь залезть, откуда меня не достанут. А вот подзаряжаться надо уже после того, как... Так, чё тут всё? Вот это вот мы собрали. Вроде да. Ну и чё, надо к боссу идти или сходить потратить деньги? Так, вот это туда... Ага, ясно, ясно, понятно. Ну-ка, а там что тогда? Что там? Какой-то еще значок вон нарисован. Еще скамеечка, ура! Дадим. Очень мне нравится эта тема со скамеечками. Ну, просто чудесная, прелестная. Да, посмотрим, что у тебя там нарисовалось. Так, отлично. Скамеечка, скамеечка, скамеечка. Так, это где у нас? Это вот здесь, вот. Лапка. Нарисуем ее, а то что-то у меня это. Так, и какая-то информация. Автомат для сбора платы с символом рогача. Ставить гео. Это гео. Чё? Давай попробуем, не знаю, что это. Что произошло? Ой! Кто это? Горо! Приветствую, кроха. Как давно я не слыхал звона вокзального колокола. Его эхо разлеталось по туннелям и позвало сюда, к тебе. За эти годы я стал слаб, да туговат на ход и многое забыл, но звон колокола всегда зовет меня на вокзал. Это транспорт. Туннели рогачей уходят далеко в глубины Холоунеста.
Коль хочешь путешествовать по ним, найди платформу и позови тебя, я отвезу тебя куда надо. Это портал! Ура! Дима. Было это давно, но я прекрасно помню, как эти тракты и перепутья полнились жизнью. По этим тоннелям я возил пассажиров еще в дни своей молодости. Они уже давно канули в лету, а я все здесь. Теперь же, кажется, тут остались ты, да я, да всякие мелкие твари, что кратко скребутся, да ползают вокруг нас. Валява. Желаешь проехаться по туннелям рогачей? Запрыгивай на платформу, дай мне знать, и мы быстро отправимся в путь. Валява. Так, все. Валява. Так, а и чё? Да не надо, не хочу я. Поехать. Давайте попробуем поехать. Я могу вот сюда, и у меня будут вокзалы открываться. А давайте сходим. Ух ты. Ну это прям magic. Вот, а где я оказалась? Перевал короля. Так, это рычажок, чтобы лифт вызывать. Погоди. Как мне выбраться? Я не понял. Где место, где было вот это вот все, вот это вот и как бы. Мне ж туда, нет? Или у меня там дверь должна была открыться, а я не открыла еще. Моя твоя, не понимай. Еще раз. Может, что пропустила? Рычаг. Все понятно. Ясно, понятно. Вокзал. И тянутся города я. В каждом из них бывал нас. Ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал. Так, чё там? Скамейка. Давайте возьмём чё. А то забуду ведь где чё. Торговец. Рогач. А, вот кто такой рогач. А чё, их не видно на карте, да? Горячие ключи. Это вот не тот, который вот я вот где заряжалась, нет? Не знаю. Давайте на всякое. Все равно придется все покупать, что нам стоит. Так, а ну-ка, они сами добавились, может быть? Да, чудно. То есть эти расставлять я могу только синие и красные, а все остальные сами добавляются. И это чудно. Пойдем. Пойдем обратно. Так, еще я, знаете, о чем подумала? Что мне надо бы, наверное, сзади меня сделать какую-нибудь полку, стеллаж. Ты зачем так это самое? Поехали обратно вниз. Чтобы ставить туда все свои фигурки из всех игр и вот этого всего прочего. Поехать. Вот, поехали. Мы будем станции, значит, тут открывать, да, периодически. Мне понравилось кататься на жуках. Ну и чё, пошли мочить, кто там вот этот вот самый. Где он? Он там где-то.
что ли? Да, где-то здесь. Ой, тут еще один большой лук. Геймпад вибрирует просто нещадно. Ай, все равно попадаюсь я, короче, под это. А, нет. Еще мне не хочется это проверять, хотя можно проверить, остаются ли у меня вот эти вот мои души, не души, как их там называют, если я еще раз умру, все ли они остаются как в Валхейме, да, или они как в Соулсе все пропадают. То есть не забрала, умерла заново, ну и до свидания. Вот так здесь работает или нет? Не хочу это проверять, честно. О, а там еще наверх можно. А ты отойдешь? Если я вот... Да. Что я тут? Не могу допрыгнуть. А, подожди, ну ты-то... Ай, да. Ай, плохо. Плохо получилось. Иди сюда. Попадаюсь. Ну, спасибо. Ладно, не страшно. Что ты там дописал мне? А, ну это он мне нарисует, где я оставила свои пожитки. Ты каждый раз всех ежиков на пути после смерти уделывать. А там чё? Ну, какая-то новая область. Ой, и там пошли жуки. Смотри, у них щит и меч. Не, нам туда пока рано. Щитовики там. У меня лишь бы я потом поняла, что я там написала. А там что? Я там была? А, слушай, там надо лифт запустить. Ну, ты что делаешь, скажи мне? Сейчас мы узнаем. Заканчивается, точнее, исчезает ли лут или нет. Во! Во! Это чтоб с той стороны ходить можно было. Так, где-то тут было... Вот это открыли. Отлично. Поскуливает. Mm-hmm.
Я опять забываю посчитать, сколько раз надо его ударить. Четыре, 45 за него дали. Что ж. Так, тут еще есть тоннельчик наверх. О, лут. Слушайте, а мне, наверное, должны дать какие-то потом штуки, чтобы я могла вот через эти вот ходить, да? Ну, ибо как, вот они колятся же. А мне кажется, как-то можно. Неспроста же оно здесь. Вы чё? Иди сюда, прыгучий ты наш друг. Нет? Вы в курсе, да, что двое против одного, это нечестно? Ну чё? Глянем. Ой, я все ближе. Ясно, понятно. Ложный рыцарь. И меня здесь закрыли. Полоска-то у него будет какая-нибудь, или нет? Ой. Сейчас придет мне конец. Как-то где-то на экране обозначено вообще. Он кончается или нет? Ой, а вот я, кажется, кончаюсь. Да, и от того, что я его бью, у меня не наполняется это самое почему-то. Ой, глянем, что у нас здесь. Ладно. Как там идти-то, я уже забыла. Слушай, а может с верхней скамеечки было бы ближе? Я не знаю. Давай посмотрим. Нет, с верхней скамеечки не ближе, однозначно. Так, ну и чё? А, слушай, а у меня разбитая моя жизненная вот это вот. А чё надо сделать? Забрать свои души или чё? Почему у меня разбитая корыто? Ну, смотри, она наполняется, но она разбитая, она треснутая. Это странно. И мне это не нравится. Так, я там видела место силы. Может быть, оно мне поможет? А, супер, туда я пока не попаду.
отсюда выход только через крышу. Я понял. О, наполнилось, ясно. Ну и эти мне здесь даны, чтобы я подзарядилась. Я понял. Ой. Ой. Что-то я не то делаю, да? Вы заметили? Тут надо-то всего лишь прыгать и это. Так, ну сегодня нам обязательно надо его одолеть. Да. Я считаю, надо. Это местный судья Гундир. Типа. Который решает, будем мы дальше этим заниматься или нет. Я думаю, все будет нормально, все будет хорошо. У меня совершенно отличные ощущения пока что. Главное, знаете что? Главное, что боевка. Как я люблю. Две кнопки. Прыгать и драться. И все. Никаких премудростей. Интересно, могу ли я его... Ай! Могу ли я его... оглушить, типа того? Или нет? И наполняется ли у меня... Мне кажется, не наполняется от того, что я его бью. То есть вот сколько мне дали. И все, и конец. Сейчас наступит мне. Да. Да. Чё-то надо. Мне нужна полная жизнь. И мне нужна полная... Баночка моя, вот эта вот жидкости. Для этого надо вот здесь, вот. Иди обратно, посиди на скамейке, пожалуйста. Раз у тебя простые комары закусали до смерти. Еще одного ежика за этого.
Надо было там еще одного ежика взять. Блин, жуки эти большие возрождаются, вот же ж. Ну чё, кто-нибудь на меня побежит, нет? Что, у них со ступеньками плоховато, да? Я могу и не ходить к нему, да. Вот, типа, в эту сторону, когда только иду. Ай, попалась. Так, к нему, короче, лучше вообще не подходить. Очень плохо. Это вообще офигеть как плохо. Ага. Сколько попыток у меня будет? Никакое орудие убийства-то я так и не нашла себе еще покруче-то. Да ты ж моя золотая. Куда ж ты? Ладно, хоть не померла. Ты чё, с двумя кнопками не можешь разобраться? Серьезно? Давай, ты чё, нормально должно быть все. Кстати, впервые заметила, что вот эта штука разбилась. Может, до этого, когда я просто погибала, она не разбивалась. Это только на боссе так бывает, не знаю. Давайте что-нибудь изобразим. Блин, как хреново без полоски и просто вообще. Ага. Может, на нем самом что-то нарисовано, я хрен его знаю. Наверное, надо вибро поубавить на геймпаде. Что-то прям это неистово как-то вибрирует. Эй, я ничего не сделала. Почему так? Ух ты! В смысле, все?
не, не все. Блин, вот я лох. Вы поняли, да, что произошло? Вот это я затормозила вообще. Я имею в виду, не с игрой произошло, а со мной что произошло. Я думала, все. А это, оказывается, мне была возможность подзарядиться. А я такая ее профукала вообще. Напрочь. Это то, чего я ждала, блин. Все, все. Весь бой. И я ее профукала. Ну ок, буду знать теперь, что тут такая механика работает. Ладно, ясно, понятно. Надо какую-то песенку придумать, что ли, тоже. Воинственную. А что, если я их не буду убивать? Ясно. Короче, не надо бояться по нему лупить. Это вам не Dark Souls. А вот заряжаться лучше где-нибудь подальше. Блин, и вот под него тоже так подлазить, потому что не очень хорошо. Так, давайте. Бриган психанул. Какие-то, блин. Еще метеориты начали падать или что это такое? Ай, ты на меня только не прыгай, пожалуйста. А-а-а. Это отойдешь маленько от меня. Чуть-чуть не осталось, мне так кажется. Ну, ясно. Ясно, понятно. Опять нет. Ну, уже подальше. Сейчас мы его сделаем. Сказала она самоуверенно, и ее убил ежик. Только в Деусе бы спрятаться где-нибудь за углом. Никаких углов нет. Заперли, блин, на ровной совершенно площадке. Хитрые такие вообще. Очень хитрые. Создателям вообще респект. Мне очень нравится дизайн и механики прикольные. Кого там бесит покупка карты, ну вообще. Это же просто гениально. Иди сюда. Да вы что, издеваетесь? Ну погнали, чё?
Ой. Ну вот, началось. Давай. Что вот это из него вылезает такое непонятное? Так, отойдем маленько. Ой. Теперь вот это вторая стадия, да, когда он бьет так вот. Ой, черт. То еще летят вот эти метеориты сверху. Чтоб сказка жизнью. Ой, чтобы жизнь сказкой не казалась. Ну или сказка жизнью. Третья стадия, что ли, сразу будет? Вот так вот сразу. Ой, какие-то еще там начали. Сыпаться. Вот единственное, блин, что меня раздражает, и в соусах всегда раздражало, что чем больше ты добиваешь босса, тем почему-то он становится опаснее и агрессивнее, хотя бы, ну, как бы должно быть наоборот. Ну все, мне пиздец. Почему? Почему так? Ну, типа, я же его бью, он же должен, наоборот, устать хотя бы, я там не знаю. А он бешеный вообще какой-то становится. Пошли обратно на скамейку. Это не дело. У меня аж это, плечи заболели, не знаю, что-то я расстроилась даже, что тут... Еще какая-то третья есть часть. Вот плохо без полоски. Очень плохо мне без полоски. Прям неистово я. Это самое. Забыла, короче, слово, которое хотела сказать. Ну и ладно. Негодую, во! Из-за отсутствия полоски. То я вот этих мелких вообще не боюсь теперь. Лишь бы там потом дальше не пошли только большие. А то мало ли. Вот в начале там еще были такие синенькие дополнительные штуки. Что-то мне больше такие больше нигде не попались. Ой, зря я к нему залезла, короче. Так и знала, что он сейчас на меня залезет. Знаете, что думаю? Надо, короче, мне плашку с моим изображением все-таки в верхний угол передвинуть.
Он, мне кажется, самый свободный. Тут вот я половина закрываю вам обзора. Вот где донатики у меня вылезают. Вот туда надо. По-моему, ударов 10 я нанесла уже. Одиннадцать. Сколько надо-то? Нисколько не надо, ясно. Попробуем подвинем плашку. Еще я обнаружила, блин, да чтоб тебя, что если несколько, ну, нужно пополнить несколько вот этих вот, короче, несколько раз концентрироваться, то можно просто, наверное, зажать и держать, и будет нормально, и он несколько раз подряд зарядится. Надо сейчас попробовать. Давайте, это будет последняя попытка. А то я так... Сейчас, пока камеру поправляла, поняла, что не выключила запись, и надо будет это подрезать кое-что там. Такс. Давай, это все, последний трай. Больше вот нет у тебя попыток. Либо сейчас, либо никогда. Уже у меня 300 денег вон набралось. Ну что, давай. Раз, два. Так. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ай. Восемь. Девять. 10 11 12. Сколько надо-то тебе? 13 раз. Я даже особо-то и не потратилась. Блин. Я залезла под него, конечно. Ой.
принципе, вот замахи там тут все задержкой очевидные. Ай! Только я туплю, как обычно. Да, вот так вот. Слушайте, мне не хочется, короче, оставлять это до следующего раза. Я, короче, сегодня решу это все. Так, ну что, у меня есть, в общем, совсем немного времени, чтобы я сегодня это доделала. Не хочу оставлять это на следующую серию, потому что я уверена, что там осталось-то совсем нет ничего. Ну и меня продолжают убивать всякие комары. Комар Евгений. Кто-то хнычет где-то явно. Ух, какая я злая. Тут-то сил нет. Чё у меня с микрофоном вообще? Понятно. Вот так вроде лучше, да? То я, видимо, куда-то вставала и отвернула его. Ладно, хоть идти недалеко. Ух ты. Тороплюсь. Супер вообще. Угу. Ты так сейчас не доживешь и до первой стадии. Хорошо. Во. Блин. Сама подлезла. Блин. Опять подлезла. Тороплюсь, тороплюсь. Давай, отойди от меня. Вот по нему попадает, ему ничего от этого. Так, это хорошо, давай. Угу, не успела. Блин, зря я сюда залезла. Угу.
Да, давай уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обидно, 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 очень обидно. Ну, это все потому, что я тороплюсь уже, потому что нервничаю уже, потому что хочу закончить с этим. Я вот уверена, если бы я сделала перерыв в сутки, зашла бы, и все. И я бы его с первого, второго трая бы уделала. Потому что делать-то тут, ну, по сути, нечего вообще. Игрушка-то детская. Изи должно быть. Но нет, она не детская. Там взрослые мужики, когда сидят, вот нарисованных жуков мочат, и у них подгорает. Да, да. Я просто так понимаю, это вот, ну, самое-самое начало, тут еще нет всяких вот этих прикольных плюшек. Думаю, что жарко. Что жарко? Кто-то кондиционер выключил. Ну, там уже дохренища душ. Давай от тебя просто избавимся. Нет? Ну ладно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 211. Ой. Да. Тринадцать. Все, первый раз 13 ударов, я запомнила. Он психует, я тут подзаряжусь. Вот тут сколько, я не знаю. Тут бы под него подбежать, когда он прыгает. Вообще двухмерная боевка, она всегда забавная такая. Набор-то невелик всего. Смотреть надо, куда встаешь. Да ёкало мане. Спасибо, что отошел. Ага, на, ясно, ясно, понятно. Бо, не хочу оставлять это на следующую серию. Скажите, скажите, вы же знали, что со мной вот так вот будет. Я же 100% что-нибудь не нашла. Хотя, возможно, все нашла, что могла на этом этапе найти. Для того, чтобы его победить. И ничего больше мне не дадут, в принципе. Значит, здесь можно и так обойтись. Тут нормально. Это просто я криворукая. И косоглазая. И вообще вот это все. И тороплюсь, нервничаю. А чё я нервничаю, собственно? Непонятно. Секунду, мне кажется, я какую-то не ту кнопку нажала.
Нет, вроде все в порядке. Все, последняя попытка. Потом мне надо будет сделать точно перерыв, потому что у меня встреча. Ну супер. Давай уже, последний раз. Не спешим. 13 раз, давай. 3. Отлично. 4-5. А где 5-й? 5-6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Все, значит, все-таки один еще был. Один. Рано. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ай. Одиннадцать. Двенадцать. Супер. 14. В следующий раз, значит, надо 15. Звуки он издает. Раз. Два, три, четыре, пять, ай, ай, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Я? Нет! Это еще не все. Нет, все. Ну ладно. Короче, он самоубился. Анимация, конечно, тут. О-о-о. Осмотрим. Герб города. Что это? Где это? Кто это? Каменная глыба с гербом столицы Хэллоунеста. Сзади есть штырь, который может войти в углубление. А, я понял, там дверка была, которая открывается. Ай, ты кто еще такая? Так, мне бы вот сюда. Ух ты. А вон туда как? Понятия не имею, но нам надо заканчивать прям срочно-срочно.
Ой, тут страшное начинается. Может, мне пока не стоит сюда ходить? Может, здесь где-то выход есть? Не знаю. Наоборот, вход. О, скамеечка. Вот на этой ноте мы, значит, с вами и закончим. Спасибо, что были со мной. Вы были на канале туда-сюда. Поскольку плашку я передвинула, не буду вам включать напоминалки. Так, помните, что нужен лайк обязательно на всех платформах. Ну и все. До новых встреч. Пока-пока.